Всем здорово, ребят, добро пожаловать в Forza Horizon 4. Женек, привет! Здорово всем. Сегодня у нас, можно сказать, оригинальная серия. У нас, короче, есть определенный бюджет, на который мы покупаем одну, наверное, по одной, да, тачке, и тюнингуем, и отправляемся на гонку. Вот я не знаю, мы с Женьком все думаем, какой у нас будет бюджет на эту машину. Женек предложил 200 тысяч, ну что, 200 оставляем? Ну, я не знаю, наверное, да, почему нет. Будет интересно найти какую-нибудь машину. Ну давай, за 200 что-нибудь покупаем. Друг другу вообще не будем говорить, что это, короче, за тачки. После тюнинга мы встречаемся на гонке и уже будем соревноваться, что из этого получится, посмотрим. Что можно взять за 200 тысяч? Может поменьше? А, не, нормально. Слушай, а 200 это с учетом тюнинга или просто пустую машину? Не, пустая машина 200 и тюнинг. Ну, тюнинг надо ставить одинаковый, там, S2 или что-нибудь такое, я думаю. Блин, реально не знаю, какую взять даже. Японская, немецкая. Мне кажется, я знаю, что ты возьмешь. Нет, я уже пролистал это. Ладно. Блин, вот я сейчас смотрю на тачку, я бы ее взял, но она 210, прикинь. Может, вот такое вот взять? На самом деле, так, секрет открою, я полный привод сейчас смотрю какой-нибудь. А, да? В принципе, вот я сейчас тачку смотрю... Если полный привод, я бы тоже взял полный привод. Слушай, ну я выбрал. Ну, полный привод или нет? Да. Полный? Ну то я тоже полный возьму. И сколько у тебя тачка стоит? А машина пустая, стоит 83 тысячи. А, ничего себе. Пожалуйста. Ладно, беру, короче, полный привод. Так, надо ее как-нибудь, какой-нибудь скин ей нормальный. Ни хрена тут скин. Я, наверное, такой и поставлю. Сейчас охренеешь, что за машина у меня будет. Просто ураган. Ну все, я купил, короче. Да, я тоже покупаю. Так, все, я взял. Сейчас надо... Че ставим? S1, S2 там? Как считаешь? Ой, я не знаю, смотри сам, как скажешь. А давай S2 поставим. У меня тюнинг выходит на 134 тысячи. Дороже, чем машина. Не знаю, мне кажется, у тебя будет удивление вообще, что у меня за тачка. Ё-моё, нихрена она. Прям чувствуется полный привод. Вообще... жесткий. Раз мы на внедорожниках, мне кажется, нам надо куда-то в этот, на бездорожье. Мне моя тачка нравится, но что-то она, ну, она быстрая с этим, с S2, но она такая неповоротливая, когда скорость набираешь, просто вообще жесть. Прикинь, мы одинаковые тачки. А, нет, моя же дороже чуть-чуть. Все, сейчас к тебе еду. Блин, чисто визуально мне тачка вообще нравится моя. Что же у тебя там за корыто? У тебя, интересно, джип или нет? Ни хрена себе! Полный привод, понял. А у меня, видишь, немецкое качество, блин. Все ясно. Я такая же фигня. Блять, да ты меня сделаешь, она по управляемости, я думаю, у тебя намного лучше, чем моя. У меня она вообще, как будто руль, я не знаю, там... градусов на 10 поворачивается, и все при скорости. Бля, я забыл, здесь же это правосторонне. Ой, блядь. Нифига ты полетел. Вообще жесть. Ух, сейчас что-то будет. Но я думаю, ты меня взгреешь быстро, у тебя более управляемая машина. Хотя по бездорожью вполне возможно, то что у меня будет какой-то шанс. Да, только ты не забывай, у тебя резина специально для грязи, а у меня обычная. Но... и лошадей у тебя поболее. Кстати, надо было сравнить, сколько лошадей. Но это мы оставим там на следующую серию. Как говорится, на ошибках учимся. Ух, погнали! Блять, вот это я... я начал наушники поправлять во время начала. Ладно. Ну, Женек, сейчас я тебя... А чё ты по прямой? Нихера себе, я вылетел. Че, нормально она у тебя по управлению? Да. Вылетел, блядь. Так, я обязан тебя сейчас обогнать. Почти. Все, просто жесть. Она в кашу неуправляемая. У тебя таскает тачку? Да. Я тут держу. Вот я тоже держу, но что-то не особо как-то у меня получается это. Ой, невозможно на ней. Чтобы повернуть, мне надо на ней, короче, полностью остановиться. Вот, а она поворачивает.
Не, по асфальту было лучше. Но я стараюсь. Блять, давай, Порше, пожалуйста, что-нибудь поворачивай. Я кнопку жму, но нихера не поворачивает. Интересно, а если на джойстике, например, там, ну, все равно то же самое, наверное, было бы. Ну, конечно. Ну. Я тут вообще пипец. Не, ну ты все равно вон насколько уехал. Меня тупо развернуло. Не, конечно. Вполне возможно, что тебя тоже развернет разочек. Я точку пропустил одну. Ясно. Я был так близок, чтобы тебя обогнать. Я ее тоже почти пропустил, эту точку. Стоямбус. Блять, вот это уже попахивает. То, что я могу немного Поршета выкатить вперед, но нихера. Блять, меня выносит. Козы, отойдите нахер. Сейчас точку пропущу. А, ясно. Я точку пропустил. Уперся в забор, блядь, пропущена контрольная точка. Больше никогда не возьму полный привод. Да ну его. Надо было нам задний брать. Вот это мы бы сейчас тут показали, короче. А сколько у нас еще остается гонка-то? А, на все, да, уже финиш. Блядь, ну Порше! Ты просто на месте стоишь? Зачем? Не, ну ты выиграл по-любому. Все, я почти здесь. Я почти повернул. Блять, видал? Я даже сюда не особо могу попасть. Погнали. Че, на финиш. Финишируем. Финишируй, Женек, ты по-любому выиграл. РС-ка, РС-ка покруче. Со своим полным приводом. В смысле, че? Какое, блядь, первое место? Нам прекрасно видно около первого места. Не, ну ты меня обогнал вообще на очень много. Дайте денег. А, тачка. BMW Turbo 73-го года. Ну чё, короче, закончилась у нас гонка вообще не пойми как. Я думаю, на вторую серию мы будем еще. Можно бюджет сделать где-нибудь, что-нибудь такое 100 тысяч или там что-нибудь из старых. Вообще можно, знаешь, как бюджет сделать полтос и гонять там не на S2, не на S1, а что-то, ну, вообще попроще сделать. Короче, ладно, мы подумаем. Те, как вообще, Женёк? Вообще будет. Можно будет вообще взять машины стоковые, прям на стоковых, чтобы без тюнинга прям ехать. А, можно, да, можно на стоковых. Короче, мы подумаем. Если ждешь Forza Horizon, обязательно пиши свое мнение и ставь лайк, и будет игры еще больше. Женёк, спасибо тебе за гонку. Еще, короче, снимем. Да, всегда, пожалуйста, пишите, звоните. Пишите, звоните. Все, ребят, давайте. Спасибо большое за просмотр и пока-пока. Пока-пока.